Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить FIFA 19, то есть будет обзор. Так, я тут немного уже потренировался. Давайте в первую очередь посмотрим состав команд. Давайте посмотрим ЦСКА. Абель Эрнандес. Это все правильно. Самойлова уже нету. Так, Влашич есть. Бистрович есть. Бекау есть, ребят. Помазунчик вратарь. Кенфеев. Все вроде в порядке. Давайте посмотрим еще состав Рубина. Давайте. Азмон, Могилевец, Нубоа, Гранат, Попов, Байрамян, Сорокин. Тут мало игроков. Но вроде все есть. Давайте посмотрим игроков Зенита. Дзюба. Кокорин, какие статы у него? Кокорина 80. Ерохин есть. Кузяев. Краневитер. Жирков. Манана. Мамана. Иванович. Мевля. Лунев. Игони. Вот. Шатов. Дрюси, Полос, Заболотный. Паредес пропустил. Нету. Смольников. Набиулин. Набиулин вот. Давайте посмотрим состав. Состав кого посмотрим? Баварии. Левандовский, Рибери, Робин, Хамис, Мартинес, Горецко, Алаба, точнее, Хумельс, Ботенг, Кимих, Коман, Тьянга, Тулиса, Мюллер. Так. Финяцо Санчев. Пантанович. Копиня. В воротах Нейра. Давайте посмотрим составчики ЗПЛ. Давайте посмотрим состав Утварта. Грай, Дуофейл, Укака, Дэнни. Давайте посмотрим состав Вестхэма. Арнаутович, вот я вижу. Оссени. Филиппа Андерсона вот есть. Тут Ярмоленко должен быть. Ярмоленко вот. Наутович, Филипп Андерсон, Ермоленко. Вроде все есть. Арсенал. Состав Арсенала. Абумьян, Мхитарян, Ивоби,
Джака, Белерин, Монреаль, Мустафи, Лену, Рамзель, Казет, Велбок. Ильни, Ельнени, Рамзи, Кофинец. Да вроде все есть. Азил. Так. Давайте посмотрим состав этой команды. Кинг, Айки, вот вижу. Иб, Кинг, Дефо, Вилсон, да. Посмотрим Рома, посмотрим состав Атлетико де Мадрида. Состав у них очень хороший. Дина Коста, Гризманчик, Лемар, Сауль Коки, Кельсон, Родри, Хименес, Хуанфран, Гирейра, Обама, Зака, Морено, Томас, Питола, Калинич. Это у них облак. Ну-ка, тут должен быть Янгаспас. Янгаспас, вот он. Мор, я мой мор. Ну, вроде все есть. Обновленные составчики-то. Барселону давайте посмотрим. Месси, Луис Суарес, Дембеле, Коутиньо, Пике, Видаль, Мальком, Денис Суарес, Рафиня, Сантос, Артур. Артур, Видаль, Пакалькасер. Потом. Ну-ка, Жирона. Там должен быть сильный Лумия. Нету. Так, Леванте, Испаньол, Галси сидят, Оливьет, Валенсия, понял, все. Давайте сыграем матч. Быстренько. О, нет. Сыграем матч. И на этом, наверное, все. Ну, не полностью матч, а чисто вот. Замгар против Анжи Махачкала. Ну, давайте настроим ставчик по-быстренькому. Буду. Вещи. Гол. Нет, пока настраиваем, все время потратится уже. Так. Он воду. Правый полузащитник. Центральный полузащитник. Порнун. Мельников. Ну вот так вот давайте сыграем. Ну минут 20-30 минимум. Ну точнее мало сыграем-то.
Не знаю, могут ли они там, навряд ли они где-то могут выступать. Первое нарушение. Давайте пробьем. Вот такой вот удар обводящий. Перекладина, ребят, 1-0. Милинкович. Так, какая сложность у нас на профессионале? Очень легко на 6 минуте забили. Давайте вот сейчас 7 минута до 15 сыграем. Давайте первый тайм сыграем и на этом все. Так, Амкар опять атакует. Боду. Бежит, как тут он к шоты? Ой-ой-ой. Промазал сейчас Боду. Перем. Ну-ка, к сожалению, часто этого клуба нет уже. Ну, тут существуют какие тогда были игроки в 18 году. Такие сейчас есть. Вот навес. Лория на выходе хорошо сыграл. Гол. Гол бежит. Боду. Не успел. Гол. Ребят. 6 минут гол. Так. Вот Боду, но ускорения нет. Ну, получилось у него там сыграть. А вот сейчас перехват. Перехват, будет навес. Будет ли навес? Голой. Давайте разыграем угловой. Как насчет вот такого вот удара? Более-менее. Ну вот, скоро серия закончится. В следующем серии я начну карьеру за Амкар, наверное. Скорее всего, да, за Амкар все-таки начну. Хоть я из Каменска, но за Амкар хочу просто вывести их. Ну что ж, всем до новых встреч, всем удачи.